Надоело мне, что Васька все время дразнится. Подумаешь, тоже мне продвинутый юзер. А я что, чайник или лузер? Сейчас вот я как запущу какую-нибудь продвинутую программу, как запущу, Васька от зависти лопнет. О, вот это да! У меня получается! Ничего себе! Вот это да! Какая красотка! Она что же, хочет быть моей няней? Да это же просто супер! У меня будет собственная няня! Но она будет только моей няней, а не Васькиной, и не Никитиной, и не Марфиной! Только моей! О, кто-то пришел! Да нет же, это не кто-то! Это пришла моя няня! Кто-то пришел? Кто бы это мог быть? Мы никого не ждем! Сейчас посмотрю! Что? Эльза Эксе? Что она здесь делает? Да еще в дверь нам звонит! Эльза, Эльзочка пришла! Чика, стой! Ой, Васька, как не кстати! Стой, тебе говорят! Куда это ты торопишься? Васька, отстань! Ко мне пришла гостья! Что? К тебе пришла гостья? Да, гостья! Тебе-то что? Гостья! Знаю, это красотка Эльза. Эльзочка, это моя няня. Чика, да ты очумел! Не надо завидовать, Васька. И запомни, это будет только моя няня. Чика, это никакая не няня. Все, Васька, не мешай. Меня ждет Эльзочка. Марфа, нас твоя доченька зовет. Знаешь, Никиса, мне кажется, у нас дома что-то происходит. Ох, у нас дома все время что-то происходит. Интересно, что на этот раз? Сначала мимо нас, как сумасшедший, пронесся Чика. Теперь Васька, как резаная, на весь дом кричит. Кошки! Ну да, но что-то случилось. Где? Хорошо, что я вас так быстро нашла. Да мы никуда и не прятались. Да, не прятались. Сидим тут, разговариваем. Вы разговариваете, а у нас дома беда. Да, мы знаем, что дома беда. И беда это ты. Никиса, не называй мою дочку бедой. Марфа, так от нее же в доме все беды. Чика сделал! А Чика еще одна беда! Никиса, перестань! Что ты все время ворчишь? Василиса, скажи, что случилось? Ой, мамочка! Этот Чика каким-то образом позвал к нам домой Эльзу Эксе! Эльзу Эксе? Да вы вообще с ума посходили! Только мы от нее избавились, а вы опять ее домой тащите! Да не мы, а Чика! А ты его первая помощница. Нет, Никиса, нет. На этот раз Эльза хочет быть Чикиной няней. Что? Чикиной няней? О, Эльза, заходи. Неужели ты будешь моей няней?
Да ты же просто замечательная няня. Ты все время танцуешь. Это так весело. А меня ты научишь танцевать? Чика! Бестолочь! Это никакая не няня. Это же Эльза Эксе. Она всех превращает в лед. Эльза! Эльза! Васька, что ты наделала? Эльза тебя испугалась и исчезла. Да, конечно, испугалась. Исчезла. Сейчас такое начнется. Эх, Чика-Чика, не видел ты наш ролик про эту Эльзу? Какой еще ролик? Ребята, а вы видели наш ролик про Эльзу? Кто не видел, ссылка на него в описании. Обязательно посмотрите и не забудьте подписаться на наш канал. Да, ребята, хоть Васька и навредила мне сейчас, но канал Коль Ок хороший. Подписывайтесь на него. Чика, я тебе не навредила, я тебя спасаю. Няня Эльза обещала научить меня танцевать. Ага, танцевать. Сначала заморозит всех нас, а потом танцевать будет. Никиса, что же нам теперь делать? Это Эльза уже в нашем доме. Ух, Марфа, даже и не знаю, что ж тебе сказать. Может быть, Васька и на этот раз нас спасет. Марфа, Эльза Эксе появилась. Никиса, ну почему она все время машет руками? Мама, это у нее язык жестов. По-другому она не может говорить. Что еще за язык жестов? Что же она говорит? Вася, а ты понимаешь ее язык? Да, понимаю. Ничего ты не понимаешь, глупая Васька. Кошки, Эльза пришла ко мне. Это я понимаю, что она говорит. Если ты понимаешь, то переведи нам, что она говорит. Эльза говорит, что вы должны во всем ее слушаться и делать все, что она скажет. Ну уж нет, я не буду ее слушаться. Кто она такая, чтобы нами командовать? Нет, мама! Нет, не уходи! Мамочка! Чика! Ты теперь видишь, кого ты к нам привел? Ой, Марфа! Но она же сама виновата, не захотела подчиниться Эльзе. Нет, Чика, нам всем угрожает большая опасность. Никиса, я сейчас отвлеку Эльзу, а ты беги. А как же ты? Я что-нибудь придумаю, ты за меня не волнуйся. Эльза! Зачем ты так поступила с Никисой и Марфой? Я думал, что ты хорошая, что ты будешь о нас заботиться и учить нас танцевать. Чика, берегись! Эльза говорит, что сейчас она заморозит и тебя! Беги, Чика, беги! Вася! Скорее, беги сюда! Чика, это Эльза всех заморозила! Остались мы с тобой вдвоем! Прости меня, Васька, прости! Я не знал, я не думал, что так получится! Я думал, что она хорошая! Она и нас сейчас найдет и тоже заморозит! Да, от нее не спрячешься! Васька, а давай ее бахнем по голове! И готово дело. Как это бахнем по голове? Слушай, ты иди на первый этаж и позови ее. Когда она будет спускаться вниз, я сверху кину ей на голову камень. Бах, и готово. Нет, Чика, это все твои фантазии. Так мы от нее не избавимся. А что ты предлагаешь? Тут нужно действовать наверняка. Так примени свои суперспособности. У тебя же есть магический шар. Я
шара будет недостаточно. Что же делать? Есть у меня одна идея. Здорово! Какая? Опасная! Для кого опасная? Для Эльзы? Для Эльзы, само собой. Ну, если, конечно, получится. Опасность угрожает тебе. А что я должен делать? Ты должен будешь быстро бегать. Быстро бегать? И все? Но зачем? Тебе нужно будет бегать перед Эльзой. А быстро, чтобы она в тебя не попала снежком и не заморозила. Ну что, с ней в догонялки будем играть? Да нет же, Чика. Мне нужно немного времени, чтобы собрать как можно больше силы и со всей мощью ударить по Эльзе. Окей, Вася, собирай свою силу, а я тебя не подведу. Я побежал. Мимо! Промазала! Опять мимо! Ага, Эльза, не можешь в меня попасть! Не удается тебе меня заморозить. Еще немного, Чика. Продержись еще немного. Я уже почти набрала силу. Не попала. Все равно не попадешь. Эльза, стой! Тебе пришел конец. Васька, тебе удалось победить эту Эльзу Эксе? Да, она исчезла. Молодец, моя доченька. А тебе, Чика, хвост оторвать нужно.